Благоустройство в Суворовском районе. На месте зеленой зоны вместо клумб идет установка торговых павильонов. И, по-видимому, в скором времени в Одессе появится очередной базар. Частный бизнес надежно прикрывается чиновниками Одесской мэрии. Благоустройство в Суворовском районе. Крыжановка. Вдоль тротуара выстраиваются торговые павильоны прямо на зеленой зоне. При этом, как сообщают общественные активисты, разрешение на установление временных сооружений выдано Управлением развития потребительского рынка и защиты прав потребителей. Ссылаясь на правила размещения временных сооружений, в Одессе чиновники почему-то забывают правила содержания зеленых насаждений, которыми запрещаются устанавливать любые конструкции ближе 2 метров к деревьям. Вот так, действуя в интересах бизнеса Одессы, из зеленого города давно превратилась в сплошной базар. По законодательству дерево должно иметь такое понятие, как приспольная лунка. О чем почему-то управление торговли напрочь забывает, когда вот речь идет о установке таких конструкций. Такое было уже неоднократно на других улицах. И вот сейчас очередь дошла до где-то дороги, да, по сути, где устанавливаются точно такие же вот эти будки. Там просто расстояние до некоторых деревьев, ну там просто впритык к дереву будет стоять вот этот павильон, которому потом в конечном итоге зальет по периметру фундамент вот этот и внутреннее пространство заливается бетоном, ну и дерево просто через год, два, три, там, оно полностью погибает из-за отсутствия доступа к воде там и так далее. Оно же должно где-то как-то питаться, там, должна попадать вода, влага и так далее.